Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Планета обезьян. Последний рубеж». Глава третья. Следы на песке. Как вы помните, мы с вами остановились перед тем, как у нас обезьяны решили напасть на лагерь людей. Я так понимаю, в принципе, сейчас мы туда и направляемся. Ну, люди-то тоже не промах, согласитесь. Вот нам придется, ребята, выбирать. Либо люди, либо обезьяны. Так, что такое? Город Брин. Это атака безумия, говорит нам Кларенс. Мудрая обезьяна. Так, согласиться, да, ребята, давайте согласимся. Согласен. Мы не знаем, сколько там людей. Блин. Ты уничтожишь прожекторы. Как только станет темно, я возглавлю атаку. Не одобрить, наверное, ребята. Эта атака не продумана, брат. Так, мы рискуем потерять слишком много обезьян. Нет. Мы атакуем сейчас, пока люди будут спать. Подстава. Так, Джуна. Ему-то что надо? И я пойду с тобой, Брин. И я буду сражаться рядом с тобой. Это, конечно, очень хорошо, но лучше защищай Клэренса, я думаю. Джуна храбрый. Но ты должен остаться и защитить Клэренса. Понял, брат? Да елки-палки, опять он. Джуна слишком медленный. Слишком слабый. Джуна храбрый. Мы берем с собой только воинов. Нам не нужны слабаки. Вот так вот, ребята. Унизили Джуна. Но только не для Брина. Брин, поддержи. Тола плохой вожак. Не как отец. Тола вожак. Тола наш вожак. Не забывай об этом. Я хочу, чтобы ты был вожаком. В принципе, я тоже не против. Этой ночью погибнет много обезьян, Брин. Говорит Клэренс. Держись подальше от битвы и будь осторожен. Неважно, что говорит Тола. Мне не страшно, когда я с тобой. Ну, на самом деле, вот Брин действительно похожа вот на вожака. Но никак не Толла. Толла слишком импульсивный. Он такой, знаете,
рубит с плеча, не подумавший его, знаете, месть у него вот, и все. Так, ага. Мы плавно перешли в лагерь людей. Показывают, что у них здесь сейчас творится в данный момент. Как видим, на дворе ночь. И вроде бы как все на своих постах. Ага. Так, Брин, Брин уже здесь. Оцениваем ситуацию. Ага, слушайте, а в этой же башне у нас, по-моему, пацан сидит. По-моему, так, он же там спрашивал у матери, да, чем я могу помочь. Мать ему, типа, намекнула. Сиди, типа, в башне. Так, не будем ребят убивать. Так, нам, значит, видимо, нужно проникнуть именно на башню. Причем незаметно. Ну, для обезьяны это, наверное, пару пустяков. А почему именно на башню нужно ему, а? Я так смотрю, вроде бы там прожекторов по периметру тоже хватает. Почему именно башня? Так, тихо, 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 Брин. Давай, ага. Бесшумное приземление. А, не, он повис. Мам, я не понимаю. Нужно было поручить всю организацию Уиллису и Ривзу. Они делали это раньше, они умеют убивать обезьян. Нам повезло, что они объявились. Они красиво говорят, Марк. Но факт в том, что обезьяны все еще там и могут напасть на нас в любой момент. Рано или поздно нам придется их убивать. Нам, а не охотникам на обезьян. Ну, они все еще здесь. Думаю, это хоть что-то да значит. Они бродяги. Нам нужно самим принимать решение. Я просто хотел сказать. Послушай. Еще до болезни отец принимал сложные решения. И весь город всегда слушал его. Может быть, люди просто не уверены, можешь ли ты принимать верные решения, как с этими обезьянами. Если это все превратится в войну, что ты собираешься делать? О, войны не будет, наверное. Не будет никакой войны. Может, тебе просто стоит подумать, ну... Что бы сделал отец? Давайте открыто. Слушай, Марк. Я делаю все, что могу. Поверь мне, пожалуйста. Опа. Брин отключил прожекторы, да? О, началась. Мама? Марк, помоги. Что происходит? Мне нужно спуститься к генератору. Оставайся здесь. Я пойду с тобой. Вот, возьми. Но ты останешься здесь. Нет, тебе нужно оружие. Я иду. Говорю тебе, оставайся здесь. Продолжай звонить. Если что-то случится, у тебя есть винтовка. Марк, я люблю тебя. Ну давай, Марк, прикрывай маму. С
ракетницей, далеко ли мы уйдем, а? Плохие дела. Они везде, везде. Так, запустить в небо, ребята. Давайте-ка. Марк! Есть. Отлично. Мам, они прорываются. Джесс! Думаю, мы сможем снова запустить генератор. Какого черта? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, елки-палки, ребят. Что-то оно где-то возле какой-то палатки перевернулось, эта машина-то. Сейчас что-то загорится, наверное. Наш урожай! Его нужно запустить прямо сейчас. Слушайте, что такое? Ага, тушить, ладно. Я понял. Да, давайте тушить, ребята. Потому что урожай все-таки, елки-палки. Хотя и генератор тоже надо было запустить. Ладно, давайте тушим. Надеюсь, это решение правильное я принял, ребят. Так, потушили, да? И, наверное, вот это еще последнее. Она сама. Уже без моей команды. Ну ты будешь тушить-то, елки-палки. Давай. По-моему, нифига не получается, да? Опа! Так, выстрелим. Ну и он нафиг, ребят. Хотя она вела себя не агрессивно, елки-палки. Ну не знаю, ребята. Марк подстрелил. О! Генератор кто-то запустил. Что такое, Тола? Так, блин, сматывайся давай. Офигеть, это у них весь город живет от одного генератора? Да, это как-то не продумано, если честно. Но, тем не менее, ребята, ущерба хватает. Это что ж получается, что миссия у обезьян провалилась? Или какая-то будет дальше завязочка? Смотрим. Злость. Тола! Твой план был плохим. Люди были готовы к нашей атаке. Может быть, люди были готовы к нашей атаке. Может быть, Брин. Ты недостаточно усердно сражался? Ты слишком мало убил? Все обезьяны сражались храбро. Так много раненых. Так много хороших обезьян погибло. Ты, главное, сам виноват, всех повел, да, и... Зашибись. Брин. Что случилось? Типа, пойдем в сторонку поговорим, да? Во всем этом виноват Тола. Да, и ты должен выступить против него. Нет, пока не будем. Нет. Сейчас не время.
Где Джуна и Клэрэнс? Я не видела Клэрэнса. Джуна прячется. Так, а чё Джуна прячется? От кого? От Брина? Или от Толы? Так, Джуна. Джуна. Так, утешить. Okay. Все в порядке. Теперь ты дома. Где Клэрэнс? Клэрэнс... Его больше нет с нами. Люди преследовали нас. Он бежал медленно. Не успевал. Да ладно. Растеряна. Я виноват. Мне не следовало оставлять тебя. Я виноват. Вот так вот, ребята, Клэрэнса потеряли. Ну, я надеюсь, Джуна все, что мог, сделал. Да, пускай он неказистый, но... Тола! Клэрэнса больше нет с нами. Если люди добрались до него, значит, он тоже мертв. Мы не знаем этого наверняка. Мы должны вернуться и найти его. И погубить еще больше обезьян из-за этого старого дурака? Нет! Офигеть. Я чувствую, что Брин, наверное, один пойдет. Блин, вот Тула, а. Какой же ты вожак, ё-моё. Так, а это что у нас такое? А, это обезьяна, которую мы ракетницей застрелили. Эй! Я должен вам кое-что показать. Что такое? Какого черта? Мы кое-что раздобыли. Оу, нужно просто задать этому парню пару вопросов. Хочешь сказать, он умеет говорить? Есть только один способ выяснить. Черт подери, старика бомбят, а? Смотри. Думаю, ты умеешь считать. Давай продемонстрируй нам это. Сколько обезьян там прячется? Слушайте, а Клэрэнс же не умеет, по-моему, говорить-то. Он же вроде жестами только общается. Уиллиц, пока твои усилия не дали никаких результатов. Джесс, тут дело вот в чем. Посмотри на лицо Освальда. Нападение обезьян. Ривзу удалось убежать, но его дочь... Да, его дочке повезло меньше. Они разорвали ее на части. Ей было всего 7 лет. Она была так похожа на свою маму. И все это моя вина. Дело в том, что у нас была обезьяна-пленник. Мы слишком мягко с ней обращались. Она будто знала, что за ней придут, но не говорила. Кажется, мы с ней в похожей ситуации. Нам нужна информация. Так, что ты нам расскажешь? Джесс, хватит. Он не может говорить. Так, Мария права, мне кажется. Он же говорить не умеет, Клэрэнс.
Мария права. Даже если эта обезьяна что-то знает, она не скажет. Да вы достали, остановитесь. Это неправильно, и мы так ничего не добьемся. Сегодня у нас четверо погибших, Джесс. А ты так защищаешь эту обезьяну. Мария, слушай. Уиллис Ривз, хватит. Вы же убьете его. И какую пользу это нам принесет? Хватит. Достаточно. Я, конечно, понимаю, да? Как они расстроились. Но старика так бомбить, а я имею в виду старик, это обезьяна, Клэрэнс, извините меня, далеко не молодец. Так, теперь мы опять в племени обезьян. Сегодня много обезьян погибло от рук людей. Но мы проникли в их город. Убивали людей, кровь за кровь. Люди будут мстить. Захотят убивать обезьян, выследить нас, убить нас всех. Но эти люди ошибаются. Когда они придут, мы будем готовы. Подчинитесь Бруту, и мы победим. А при чем здесь Брут? Зашибись. Ты же вроде как вожак, зачем они будут подчиняться Бруту? Зачем Тула делает это? Все эти разговоры о крови, об убийствах. Его кровожадность погубит нас всех. Так, отклонить. Тола защитит нас от людей. Племя будет сильным. Тола пугает меня. Брин, нам нужно быть осторожными. Брин, что будет с нашим сыном, если придут люди? Что будет с племенем? Убивать людей, кричит Брутус там. Я позабочусь о твоей безопасности. Не переживай, мы справимся. Может, если бы ты сказал племени уходить, они бы послушали тебя? Ответственно. Мы не можем уйти сейчас. Я не брошу племя. Ты остаешься с племенем? Принимаешь сторону Толы? А что насчет нашей семьи? Убивать людей! Убивать людей! Уака, что бы ни произошло, я буду защищать вас обоих. Брутус-то, смотрите, агитирует всех. На этом месте должен быть ты, а не Брут. Да, семейные стычки, ребята, вот они, начинаются. Так что, черт возьми, нам делать? Я уж точно не собираюсь сидеть здесь и ждать возвращения обезьян. Остается только один вариант. Мы пойдем за ними, так? Пойдем туда, выследим их и убьем. Кто знает, с чем мы столкнемся. Я говорю, что мы остаемся здесь. За этими стенами безопаснее. Да ладно, Джесс, серьезно? После всего того, что случилось ночью? Вот так, да? Это так сейчас принимается решение. Заходи, Мария. Успокойте. Входи, мы еще ничего не решили.
Итак, предположим, мы действительно пойдем за этими обезьянами. Мы знаем, что их там штук 6, как минимум. Это значит, что нам потребуется много пушек, и мы будем убивать все, что попадется на пути. Точно. Я что-то пропустила? Мы не знаем точно, сколько их там. Когда я служил в морской пехоте, мы уделяли время разведке, чтобы выяснить, с чем имеем дело. Вот так, да? Уверен, когда ты служил в морской пехоте, вам не приходилось сталкиваться с армией обезьян? А? Не думаю. Мы ворвемся и убьем их всех. Мария права. Она права. Мы не знаем, с чем имеем дело. Давайте проголосуем. Кто за то, чтобы сначала провести разведку? Поднимаем руку, ребята. И... Мы в меньшинстве, оказывается, да? Решение большинства. Собери своих людей, Рейни. Хороших стрелков, стойких бойцов, так как задание будет не из легких. Итак, выступаем на рассвете. Приготовьтесь как следует. И не думаю, что сегодня хоть кому-то удастся выспаться. Я тоже пойду с вами. Майк, а ты-то куда? Нет, не пойдешь. Это и мой город тоже. Я пойду. Вот неугомонный, а. Врач бы нам там не помешал. Люди здесь тоже нуждаются в моей помощи. Я буду здесь, когда вы вернетесь. Джесс, хочу тебе кое-что показать. Сейчас. Так, интересно. Клэрэнс, да, сидит у нас там за решеточкой. Ага. Так. Бедная обезьяна, а. This is Jess. Это Джесс. Он понял, что ты сказала? Он может говорить? Он говорит с помощью жестов. Я же говорил, что он с помощью жестов общается, елки-палки. Так, что там? Приближаются дожди. Приближается зима. Обезьяны... Нужна еда. Обезьянам нужна еда. Обезьяны... Обезьяны не хотят убивать. Обезьяны... Еда... Мир. Мир, Джесс. Он говорит о мире. Если мы его отпустим, он сможет рассказать своему племени, что мы тоже хотим мира. Любопытство, ребята. И ты ему веришь? Подумай об этом. Если мы его отпустим, возможно, мы сможем избежать дальнейшего кровопролития. Если оставим его, они просто вернутся. Война. О, нерешительно. Не знаю. Джесс. Мам, мы почти готовы. Я принес твой... Спасибо. Что происходит? В тайне, ребята, будем. Ничего, просто пришли посмотреть, в каком обезьян состоянии. Мы седлаем лошадей. Пора выдвигаться. Хорошо, сейчас приду. Если он останется тут, они убьют его.
Так. Okay. Хорошо. You keep him safe. Защити его. Надеюсь, у нас это получится, ребята. Но Клэренса в любом случае нужно вернуть. И желательно, когда не будет Толлы. Потому что Толла его замучит, мне кажется. Хотя я в этом не уверен. Все, мы отправляемся, ребята, на войну. С обезьянами, конечно же. Блин, Майк-то вот куда вот лезет, я не понимаю. С обезьянами-то шутки плохи, тем более на их территории, я не знаю. Тем более Толла подготовился к этому заранее. Что-то игра подфризивает, ребят. Они уже близко. Ты готов? Да. Двигаемся дальше. Так. Что такое? Ага, следы на песке, да? Следы свежие. Будьте начеку. Ага. Итак, а вот и лагерь обезьян. Вон там вход. Заброшенные серебряные рудники? Пойдем через них? Нет, обойдем вокруг. Мы тут до ночи кругами будем ходить. Хотите блуждать тут по темноте? Рейни прав, это займет слишком много времени. Мы войдем здесь. Кей! Останься с лошадьми, хорошо. Лучше бы они Марка оставили. Марк, идем. Понял. Отлично, ковбой. Не терпится показать, кто тут главный? Давай, веди. Иди первым, а мы тут подождем. Нет. Мы пойдем в пещеру, и вы пойдете с нами. Ладно. Мы вас прикроем, хорошо? Да, мы прям в пещеру идем к ним. Как-то у нас очень круто получается. Я, честно говоря, хотел немножко не тот выбрать ответ. Выбрал Ренни. Надо было Ривса послушать. В обход идти. Блин, ну ладно, что выбрал, то выбрал. Ха! Тут вот можно просто валуны бросать на них, и все. Делов-то, да? Черт, в ловушку идем просто-напросто. Опа, опа. Ага, это просто камушки. Ну, вот я о чем говорю, ребят. Можно валуны просто скатывать, и все. Тут, смотрите, переходик-то какой маленький. А мы еще и в пещеру. Так. Опа, опачки. Пригнитесь. Возвращаемся к лошадям. Пошли, давай, давай. Ёпрс. Офигеть. Пещеры. Вот о чем я вам и говорил. Ядрен, я думал. Да. Что ты там в карачках ползает еще? Я еще удивляюсь, как они никому не попали. Дай посмотрю. А, нет, попали все-таки. Плохо.
Уиллиц, ты это предусмотрел? Так что, черт возьми, нам теперь делать? Ты действительно хочешь поговорить о том, как мы сюда попали, или ты хочешь поговорить о том, как нам отсюда выбраться? Они ждут нас. Хэл, я сейчас попробую отломить ее. Готов? На счет три. Хорошо. Раз. Молодец. Хорошо. Посмотрим, сможешь ли ты держаться на ногах. Дай руку. Марк, выдержишь? Да. По-моему, утихли, да? А нет, вон наверху ползают там. Рейни, похоже, там все стихло. Возможно, это наш единственный шанс убежать. Да, возможно, они ушли. Да, мы могли бы попробовать добежать до лошадей. Мам, мы раньше приходили сюда с отцом. Здесь есть другой выход. Ситуация уже и так достаточно тяжелая. И именно этого они хотят, чтобы мы пошли туда. Идем внутрь тогда. Марк, показывай дорогу. Показывай дорогу. Не знаю. Правильно ли это было? А хотя обратно все равно нет пути. Там мостик этот обрушен. Так что, ребята, это единственный вариант. Этот еще хромой. Опа, опа, опачки. Я слышал рев обезьяны. Беги! Это же этот, Брут. Оу! Не понял. И... А, она сознание потеряла, да? Не понял. А что, он сдох, что ли? Ну и картинка. Слушай, а кто его подбил-то? И где вообще все? Как-то странно здесь все это дело. Нифига там, чувак. Линкольн. Копьем проткнутый. Взять копье. А нет, возьмем оружие, ребята. Возьмем оружие, нафиг. Зачем нам копье? Понятно. Теперь тогда, конечно, копье. Ой-ой-ой-ой-ой. Тупик, тупик. Ага, понял. Понял все, ребята. И она еще как-то умудряется держать это копье, что ли? Ох ты! Нифига коварная обезьяна. Жесть какая-то просто. Ну ты прям, елки-палки, даешь. Не такая уж ты и хлипенькая, да, ребята? Как могла бы показаться на первый взгляд. Опс. Эти обезьяны, куда они там стреляют вообще? Лишь бы стрелять. Ни наводки, ни меткости, ничего. Так, опа, опа. А сзади-то я смотрю обрывчик. То есть их зажали. Джесс! Сюда! Скорее! Вот, возьми. Где Марк? Почему его нет? Возможно, он уже выбрался. И нам нужно поспешить с этим. Фига они тут бомбят. А вот и Марк. Воу-воу-воу-воу. А, нифига. Ну давай ты, Марк.
Выбежал, да? Так, давай бросим камень. А, бросить камень. Я думал, что это парень будет бросать камень. Это обезьян. Ривз, водопад. Марк. Джесс, нет времени, нужно бежать. Нет. Я-то думал, что это камень бросит Марк. А это, оказывается, обезьяна бросала камень. Ё-моё. Ну, короче, я как понимаю, они все-таки этого паренька, наверное, возьмут в заложники. А, мы с вами все, прошли, ребята, третью главу. Ну что ж, на этом тогда будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Вы захотите следующую серию, пишите в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видосиках, ребята. Так что всем пока, всем удачи и до новых встреч.